Привет всем, это канал Кинописьма, ставьте лайк, поехали! На телеканале ТНТ состоялась премьера нового сезона реалити-шоу «Холостяк». В этот раз участницы борются за главного героя в лице рэпера Тимати. Накануне сестра Тимура по отцу Анна продемонстрировала в Инстаграм реакцию своего отца Ильдара Юнусова на премьерную серию «Холостяка» с участием его сына. Мужчина отреагировал не без иронии и сарказма, назвав собственного наследника отмороженным. Сестра Тимати в какой-то момент спросила у отца, есть ли в каждом слове Тимати глубокая мысль, после чего отец Тимура в очередной раз подколол его, назвав своего наследника корифеем мысли. Тем не менее, все сказанное мужчиной было скорее шуткой, чем попыткой оскорбить сына. Внимательные поклонники Тимати прекрасно знают, что он хорошо ладит с отцом, несмотря на то, что тот ушел из семьи, когда Тимур и его брат были совсем еще маленькими. Более того, в хороших отношениях с Ильдаром Вахитовичем находится и мама младшего ребенка Тимати Анастасия Решетова, которая в прошлом году даже провела полноценный отпуск в гостях у своего несостоявшегося свекра. Если вы смотрите шоу «Холостяк», то ставьте лайк этому видео, чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик.